Мы осуждаем, да. Нельзя так поступать. Вообще это плохо. Это все я осуждаю, да. Это я все не одобряю. Подобное злодеяние не использовать в реальной жизни. Осуждаю. Вот смотря. Итак, смотря. Сейчас я вам вот сейчас сразу покажу, да, и тем самым сразу забаню челов. Так, дед заходит в игры, чтобы попуститься, победа его не интересует. Ну, здесь явный подхалимчик видно, да, чел пишет, подхалимка. То есть чел просто бредит. Ну, то есть как можно такое писать человеку, который по своей сути киберспортсмен, то есть в душе. Я вообще этого не понимаю, типа... Заходит в игры, чтобы попуститься. А что значит попуститься, блядь? Я могу в игре сделать так, как ты не сделаешь никогда. Вот в чем прикол. Понимаешь? В игре не важно, победа или поражение. Важно сделать так, как тебе нравится. А вот тебе антиответ. Бан. Так, завод по переработке каловых масс. Молодец. Почему голос деда, а лицо пены? Здесь анти. А, это Юля. Ну, вроде ничего такая. Сердце. Так, это фэк. Вот это фэк. Ну, если это фэк, тогда тебе не нравится. Сызрань, легкий транс. Ничего не понял. Пена получила оргазм и отправился в транс покорять космические просторы нашей вселенной. Бан. Богдан звонит интернет-провайдеру, сердце. РТХ 3080 бракованная из-под чакра, бан. Сердце. Уже даже рофлы, как у женского полика, бан. 12 лет тому назад был пожилой воин. Обучал свои знания, бой как металлингу, так и физическую. Сейчас мы шли в учения, которые передавались из рук в руки, из поколения в поколение, из рук дедов в руки отцов. Именно он был основоположником глэковского фехтования. Я тебе могу сказать следующее. Что значит глэковское фехтование? Объясни мне. Кто такие хейтеры, по сути? Вот кто? Вот смотри. Вот у меня есть яйца. Иногда, когда мне делать нечего, я сжимаю яйца, чтобы они прям выпукли из шкурки и натянулись, ну, прям мошонка натянулась на яйцах. И тогда я замечаю такие маленькие беленькие прыщики. И я их давлю, давлю, давлю. Кого я давлю? Школьника, хейтера. Вот тебе и ответ. Пожалуйста, парируй. Давай, давай, парируй. Что ты? Давай, ляпни. Кто я? Одна? Кро? Пожалуйста. Да-да-да-да-да-да-да. О, как он жжет, на нем только и держится юмор в СНГ. Базара Эксня. Да-да-да-да. То есть я, по-твоему, клоун? Дед просит зяблика построиться к нему задом, чтобы совершить гейский имплант. Ну чё за бред? Кому жалко Степу? Степа, наш Степа, сердце. Так, у кого на аватарке будет Пенчис, то есть Дэнчис, Диса, Дениска, тому тоже будет бан. Я таких не прощаю. Вот. Я считаю, что все челы, у кого на аватарке пенис, то есть сухач, тому бан. Это реально. Я не буду это терпеть. Мне это, ну, неприятно смотреть на эту рожу противную. Да, да. Я хочу у тебя детей, хоть я и маленький черный мальчик. Пожилые истории про дикого дигича Кырманя. Сердце. А дед под каблуком был не такой обозленный. А? Я обозленный. Боже, блядь, да как тушканчик может напугать льва? Чё за бред? То есть, ну, разозлить. Пойми, вот знаешь, вот, допустим, смотри, весь интернет это тушканчик, а я лев. Меня ничего не обозлит. Пойми меня правильно. Признание рыбака. А вот здесь уже бан, потому что я не рыбак, чел. Нет, почаще концерты в раздела сердце. А видно, что для нас старается делать по точке Макса. О, вот тут уже молодец, сердце. Да-да, покажи свое лицо. Игорь. Игорь.
чувак. Мое лицо все видят, вот оно слева в углу. Ой, справа в углу смотрит на тебя, держа пистолет. Да, да я. Открыто новое достижение, новая личность Дикий Ди. Мы, значит, в Растике строили тебе сцену, светомузыку проводили, басики замутили, фейерверк готовы были запускать, а ты сбежал, как девка, слабость. Знаешь, я тебе как скажу, есть такое в жизни, пословица такая, от хорошей жены мужчина не уйдет никогда. Поэтому антисердце. Да, да, я. В Таркове можно ходить офлайн, а только с ботами биться, чтобы карту изучать. А вот это интересный момент. Да, 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 да. Пожилая слабость. Вот это слово нахуй мне не нравится. Здесь анти. Вот это вот раз, вот это вот два и вот это вот три. Это что значит? Это значит раз, два, три. Понял? Бан. Дикий Ди с нами. Я пожилой цунами, сердце. Да, 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 да. Странно, но факт. Когда вы снимаете апельсин с дерева, он еще почему-то живой. А когда вы снимаете с дерева, осуждаю. Вот здесь я осуждаю уже. Старую чикимбу успели попустить. Зяблы. Пена. Женщина из Кархеда, игроки Тарковы, утка. Базара их сня, антисердце. Да, 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 да. Дикий Ди стреляет очку Ди. Базара их сня. Да, 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 да. Концепция слабости, антисердце. Так, Дикий Ди всех видит. Базара их сня. Базара их сня. Да, 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 я. Yeah. О, вот это сердечко. Так, все, кто пишет вот эту вот хуйню, вот эту вот, вот так вот, именно в такой последовательности, тому бан будет. О, вот это уже сердце. Вот это тоже сердце. А это антисердце. Да-да-да. Вот это сердечко. Вот это тоже сердечко. Антисердечко, 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 да-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 да. Так, ладно, ребят.